Всем привет, привет, дорогие друзья! Вы на канале DudaPlay, мы продолжаем играть в игру Королевство коротышек. Ну что ж, я открыл сокровищницу, открыл я парочку сундуков и посмотрим, что у нас есть. А есть у нас очень интересные, получается, 8 уровня меч получился, но, к сожалению, больше ничего мы не можем здесь добавить. Так, у нас 7-го, 8 уровня есть шляпа, это, ну, тоже она, в принципе... 7 уровня, ну видишь, не подходит. Чуть-чуть не хватает. Что у нас с луками? Так, 7 уровень лука. Так, и в принципе и все. Да? Ну, конечно, все. К сожалению. Так, по шляпам тоже тут ничего интересного нету. До сих пор мы не можем нашей лучнице сделать хорошую шляпу. Да, ладно. Так, что у нас с нашим волшебником? Посох. 6-7 уровня. 8 пока нету ничего. Тоже мы ничего не можем ему создать, к сожалению. Ладно, ну что ж, продолжаем. Начинаем идти в бой. У нас еще остается 1, 2, 3, 4, 5. 5 уровней. И мы закончим этот большой уровень снежный. Да, мощный снежный уровень. Проходим, и все, пройти его не можем. Так. О, у нас тут эти стреляющие, это очень опасный такой бандит. Бандюган, который мы все никак не можем убить. Он нам как бы подпорчивает нервишки нашей жизни. Так, ну что ж. Так, берем защиту, стреляем. Тут вот это нужно нам выстрелить. И давай, нам вот этого главное победить врага. О, все, убили. Так, дальше смотрим, что у нас идет. Да, здесь большой бугай и два стрелка. Два стрелка, ну как так? Есть. Есть, берем. И сейчас мы еще... Опять обезьяна это. Так, давай кабанчик. Так, подождем немножечко, что второго уровня сейчас дойдем. И выстрелим. Выстрелим мы в этого злодея. Так, ну что такое, он неубиваемый, смотри, а? Так, кабанчик, давай, кабанчик, помогай. О, все, убили. Так, последний у нас, кто у нас там остался? А, это обычный, да, мы тебя быстренько сейчас завалим. Это не страшно, нисколечко. Мы тебя не боимся. Есть. Так, что ж, ну заходим в арсенал. Посмотрим, что у нас здесь есть интересно. По мечам у нас ничего нету. По лучнице. Так, у нас есть лук. Лук открылся. 7 уровня. Вот смотри, 8, 9 и 10. Офигенный, красный, красивый лук. Такой, знаешь, как демонский такой. Ух. Мощный какой. Вообще классно. Так, по шляпам. По шляпам. Так, смотри, о, нифига себе, у нас еще новая будет офигенно красивенькая шляпа, как у лепрекона. Вообще, очень красиво она смотрится, смотри. Шляпа, у нее лук красивый, супер. Вот у этого друга надо бы как-нибудь шлемик, уже какой-нибудь меч. Ну, он что-то у нас все не может никак нормально апгрейдиться. Так, дальше смотрим, у нас есть 7 уровень. 8, 9, и у нас будет офигенный новый посох. О, нифига, какой красивый. Смотри, шар какой-то волшебный. Какой у нас красивый этот сам. Он же светится, смотри, да? Вот эти не светятся, а этот светится, волшебник. Так, ну что ж, по шляпе пока мы ничего ему не можем сделать интересного. Ну, ладно, проходим. Мы апгрейд сделали хорошей лучнице. Мы сделали апгрейд хороший нашему волшебнику. У нас бомбочки появились, это хорошо. Так, ждем. Сейчас мы сделаем меч. Так, папа, разбили. Так, берем посох. Так, и здесь мы, знаешь, что сделаем? Мы сейчас бомбочки подкинем. Бомбочки, и надо будет защиту нам сделать. Ну, сейчас подожди. Сейчас сделаем 3 уровня защиту. Все. Так, включаем защиту и такую сейчас запускаем штуку и расстреливаем. А, не расстреливаем, тут появляется опять этот огненный смерч. Ну, он, смотри, не очень эффективный, правда.
Так, смерч. Так, сейчас мы его так сделаем. О, сундук получили, хорошо. Так, сделаем сейчас защиту и сделаем бомбочек, подкинем. Так, сделаем тоже 5 огненный смерч и еще стрельнем. А, нифига себе, смотри, какие они мощные, да? Как их тяжело того уничтожить. Так, не знаю, лучница, давай справишься с ним, давай, давай. Молодец, молодец. Так, бомбочки у нас осталось. Так, закидываем бомбочки сразу. Так. Ну, нет, она не справится, к сожалению, не справится. Нет, не мы не смогли справиться. Не, убьет, интересно, сейчас смотреть, смерч его или нет. Так, а, нет, не убила. Ладно. Так, в бой идем, идем в бой. Так. Ну все, как бы силы у нас добавились немножечко. Сейчас посмотрим. Так, нифига себе. Так, надо, значит, сейчас мы ждем меч. Меч, меч, меч. Делаем так. Все, разбиваем их. Хорошо. Так, кидаем бомбочки. Бомбочки, бомбочки. Ага. Видишь, он далеко стоял, и бомбочки до него не касались. Так, сейчас мы сделаем защиту сразу же. И смерч. Сейчас этого убьют. Волшебника. Да, волшебник у нас дышит на ладан. Так, бомбочки, бомбочки. Так. О, берем, берем быстрее шляпу. Так, сейчас мы сделаем защиту. И вот так вот сейчас делаем. А, я так и думал, что убьют волшебника, к сожалению. Так, запускаем еще такую, значит, ураган. Ураган, смерч. Ай, не успел я нажать на нашего рыцаря. Давай, пожалуйста. Нет. Не смогли, не смогли. Эх. Так, арсенал. Сейчас зайдем в арсенал, посмотрим, что у нас в арсенале есть. Так, а в арсенале у нас у лучницы что-то есть. Интересно, шляпу? Нет. Лук? Да, лук, смотри, у нас 5 уровня лук есть. 6, 7, 8 уровня лук. В принципе, и все. Ладно. Идем дальше. Так, в бой. Идем в бой. И смотрим, что у нас будет сейчас происходить. Эх, попробуем сейчас победить. Так. Угу. Враги наши, да, такие мощные. Сейчас. А, ну, в принципе, мы сейчас их добиваем. Так, и мы сейчас используем меч. Так, есть защита. В принципе, мы сейчас их добьем нормально. Все, хорошо. И мы сейчас сделаем бомбочки. Да, бомбочки. И запустим сейчас еще ураганчик. А, ураган я не успел запустить. Ну, то ладно, это и хорошо, в принципе, что я не успел запустить. Так, сейчас мы запускаем ураган. И еще огненный смерч. Так, ну все, мы должны сейчас их победить. Так. Хорошо. Так, давай, 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 давай. Вот так сделаем и сделаем вот так. Так, защиту, защиту быстрее включаем и бомбочки закидываем. Должны, должны победить. Есть. Берем меч, так клево. Так. Запускаем, запускаем. Ну, вот этих мы, в принципе, мы сейчас должны победить. А, все, победили. Круто. Даже у меня волшебник выстрелил в пустоту, ну, в принципе, я победил. Так, заходим, посмотрим, что у нас там в арсенале-то находится. Меч. 7 уровня меч. И еще, что интересное здесь еще мы видим. А, мы ничего не можем здесь добавить. Ладно, идем дальше. Так, ну, я сейчас попробую сокровищницу открыть. Ну, не знаю, но вряд ли сейчас я открою. Очень-очень-очень быстро. А, не смотри, раз. А, нет, видишь, не получилось. Раз. Ага. Видишь, не успеваем мы очень быстро. Есть. Так, фу, сейчас попробуем. Есть. И еще раз. Давай, 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 давай. Не знаю, получится или нет. А, не получилось. Ё-моё. Ну, очень быстро они двигаются. Надо какую-то тактику, знаешь. Ага. Есть. Поймали одного. А, нет.
Видишь, они еще двигаются все по-разному. Так, ну здесь я не знаю, получится, не получится. Давай, еще три. Раз, два, три. А, не получилось. Ладно, потом, в следующий раз сундук откроем. Ну что ж, в бой отправляемся, да? Пробуем. Попробуем. Ну, не знаю, пройдем мы или не пройдем. Интересно, сейчас попробуем. Так, сразу, ну, мы не используем сразу меч, потому что нужно только второго уровня ждать, потому что первый уровень он очень слабый. Так, здесь. Угу. Ладно, попробуем сейчас сбросим туда бомбочки, ну, по-другому, ну, никак. Да. Так, ураган. Защита, защита, защита. Все. Даже если убили нашего рыцаря, у нас осталась защита. Сундук. Хорошо, который мы открыть не можем. Молодцы. Спасибо. Так, бомбочки закидываем. Так. Так, быстренько ураганчик сделаем. А, нет, не успели мы ураган сделать. Хорошо. Так, сейчас мы сделаем ураган. Так. И сейчас сюда огненный шар. Ну, в принципе, мы и так могли бы его победить. Ну да ладно. Смотри, мы можем даже и пройдем сейчас уровень. Интересно. А ну-ка, пройдем или нет? Так, я думаю, пройдем. Я думаю, мы сможем. Я думаю, мы с этим справимся. А может быть и нет. Если нет, ничего страшного, нам все равно добавят силы. Так. Бомбочки. Получай. На. Молодец. Есть. Все, победили. Ну, немножко не хватило лучницы, чтобы до 35 уровня дойти. Ну что ж, хорошо. Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели этот ролик. Ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось прохождение, пишите комментарии. Всем пока-пока.